Привет всем, я Сотов Сергей из города Санкт-Петербург. Хочу обратить внимание, что мы находимся в Египте, в Ильгуне, на станции Red Seasons, и войны здесь нет никакой. Потому что месяц назад, когда я тренировался на Тарифе, организаторы нового чемпионата мира прислали приглашение на соревнования в Ильгуну. Я очень сильно удивился, потому что все новости говорили о том, что здесь все взрывается, плохо, война. И я был очень удивлен, что назначили здесь второй этап Кубка мира. В итоге, когда я прилетел, я понял, что все не так. Тут все в порядке. Ребята, спортсмены с разных стран. Мы отвыступали на чемпионате мира, и сейчас Red Season проводит местные египетские соревнования, где точно так же собрались ребята со всей планеты. И все тут спокойно и ровно. Надеюсь, все же запрет скоро отменят, и все начнут прилетать, как и летали раньше. Потому что это все же недалеко и недорого. И всегда дует практически. Это очень хорошо для тренировок. Вот. По поводу этих соревнований, очень все мне понравилось, потому что ребята-организаторы, их было достаточно много, что это уже сложно удержать все под контролем, особенно если не было ветра, нужно собирать весь коллектив в одной зоне, обсуждать какие-то проблемы. Но тем не менее, они были моментально собраны, ветер не дул, все занимались своими какими-то делами. Как только задуло, они тут же пытались что-то провести. И были сложные условия, то дуло, то не дуло, то дуло, не дуло. Но в итоге они смогли провести полноценное соревнование. Молодцы. Вот, приезжайте в Египет. Пока.